Двор. Тут охрана. Лаборатория. В ней и находятся частицы Эдема. Заметем следы. Так, теперь надо будет отцепить локомотив, это их отвлечет. Где он? А? Где груз для Брюстера? Трус. Как стряпня Джейкоба. Теперь я смогу пробраться в лабораторию. За мной, по путям. Будь здесь. Смотри, Вова. Ладно. Что случится, я крикну. Осмотримся сверху. Осторожность лишней не будет. Как он отцепился? Не твое дело. Надо вернуть груз. Thank you.
мне потребуется еще 2 недели. Ваши сомнительные дела уже начали привлекать ненужное внимание. У вас и без того было достаточно времени, сэр Дэвид. Если честно, не думал, что вы ждете от меня каких-то трюков, будто я кокер-спаниель. Позвольте мне напомнить о вашем долге перед Орденом. Мисс Торн, вы гоните меня, будто скаковую лошадь. Сэр Дэвид, я вернусь завтра. Если вы не разберетесь с устройством, забудьте о лошадях и собаках. Станете кормом для волков. Удачи! А я думал, что это просто экскурсия, господа. Кто тебя послал? Это шпион Грина. Живо отведите его на допрос. А потом в лабораторию. Жаль его, но отвлекаться нельзя. Вернуть грузы или мистер Стерик?
здесь какая-то женщина! Где же лаборатория Брюстера? Я уверена, где-то здесь. Как ты попал в лабораторию? Вот надежно спрятан. Так.
нашего... А, благодарю вас. Я, знаете ли, попал в непростую ситуацию, но вы спасли меня. Где лаборатория? Развяжите меня, начнем переговоры. У меня нет времени. Живо говори. Она под землей. Понадобится ключ. Мой стащил один из охранников. Спасибо. Пардон, а развязать меня? Ты смог влезть в это, сможешь и выбраться. Я верю. Конечно, миледи. Думаю, я смогу вспомнить парочку старых трюков. Прекрасно. Вот он.
Ты вход в лабораторию Брюстера. Это не подождет? Нет, не подождет, черт. Парни, вы... Mm-hmm.
Это она. Увеличьте напряжение. Возможно, нестабильность. Вы слышали, мисс Торн? Нам срочно нужны результаты. Простите, но мне это кажется исключительно плохой идеей. Я покажу его людям. Дарвин будет уничтожен. Опозоренный, он бежит на Галапагосы к своим любимым зятыкам. Мисс Торн и мистер Старик растерзают вас. Знаете, Рейнольдс, возможно, стоит рискнуть. Сэр Дэвид, вы же это не всерьез. Просто шутка, Рейнольдс. Когда мы раскроем тайны Яблока, Лондон будет принадлежать нам с Эльфиаром. Вот и пришло ваше время, Дэвид Брюстер. Но еще столькое нужно исследовать. Не бойтесь. Господь примет меня. Я продолжу ваше дело. Вам не остановить, старика. Мисс Торн нашла новую частицу Эдема, еще более могущественную. Я заберу и ее. Мы всегда сражаемся за то, что не взять с собой. Мы люди. Надо выбираться отсюда.
Да. Давай, Гуся. На этот раз повезло. Надо найти выход. Уже!